Всем привет, меня зовут Власий. Сейчас я вам покажу самую реальную схему установки Realtek драйвера. Я уверен, что вы перекопали весь YouTube и находили отстойные видео, которые не решили вашу проблему. Я тоже трахался с компом не один день в поисках решения этой задачи, и вот аллилуйя, я нашел решение. Все авторы подобных туториалов предлагают ссылки на скачивание всякой нерабочей херни с разных теневых сайтов. Я думаю, что этого делать не стоит, потому что все гораздо проще. Заходим на сайт поддержки производителя вашей материнской платы и вводим в поисковую строку модель вашей материнки. Посмотреть модель вашей материнки можно так. Открываем утилиту AIDA64, находим вкладку «Системная плата», нажимаем и находим еще раз «Системная плата» и еще раз нажимаем. Справа видим модель вашей материнки. Итак, вбили в поисковую строку модель вашей платы, далее открываем вкладку «Драйверы и утилиты», выбираем свою модель. Затем выбираем версию своей винды. Прокручиваем вниз и находим там вкладку «Аудио». Нажимаем и скачиваем. Я скачивать не буду, потому что я уже скачал. Заходим в папку со скачанным архивом. Его, кстати, нужно будет разархивировать. Вот так вот он выглядит. Открываем эту папку и видим там 4 файла. Для тех, кто в бронежилете, открываем папку с названием «How to install driver» и читаем, как установить. Специально для русских написано английскими буквами по белому. Нажать правую кнопку мыши и запустить файл с названием install package.bat от имени администратора. Откроется командная строка и все само установится. Easy. Теперь мы идем проверять. Заходим в поиск и находим Realtek, вшитый в Windows 10. Кстати, если кто не знал или думал, что у него нет Realtek, то вот вам инфа. Windows 10 есть вшитая Realtek консоль, точно с такими же параметрами. Также параллельно устанавливается всеми любимый диспетчер Realtek с полным функционалом. Это единственный быстрый и надежный способ положить дрова в топку вашего Windows 10. Надеюсь, это видео было очень полезным для вас. Буду рад вашим лайкам и комментам. Также подпишитесь и поглядите другие видео, чтобы улучшить свое настроение, потому что у меня есть классные и смешные видосы. Всем пока, жду лайка.